Всем привет! Вы на канале магазина Самокат. Сегодня я расскажу о трех хорошо знакомых моделях, но в новой версии от Dominator. Это Trooper, Sniper и Airborne. Про их характеристики, особенности и для кого они подойдут, смотрите дальше. Dominator – один из ведущих брендов, стоящий у истоков скут-индустрии, который давно заслужил признание райдеров, благодаря отличному качеству при относительно невысокой стоимости продукции. Первоначально, в 2008 году, Dominator был запущен как бренд, который делал запчасти, а годом позже была выпущена первая линейка самокатов, которая быстро завоевала популярность. Комплиты собраны из универсальных запчастей, и при желании вы легко можете заменить вилку, руль или даже деку. Теперь перейдем к комплитам. Начнем с маленькой модели – Dominator Trooper. В сравнении с трупером предыдущего поколения, этот трупер стал значительно меньше. Высота руля уменьшилась с 54 до 46 см. Ширина осталась почти такой же и составляет 51 см. Дека стала короче на 7 см. Длина ее теперь 43 см. Ширина осталась прежней 11 см. Самое главное, что самокат не потерял в комплектации. Для кого же нужна такая маленькая модель? Могу предположить, что Dominator Scooters обратили внимание на малышей ростом от 120 см, которые в свои 5 лет настолько активные, что прыгая с бордюров сломали не один трехколесный самокат и уже подбираются к двухколесному самокату старшего брата. А на трупере, да еще в такой комплектации, не стыдно будет выйти во двор или скейт-парк и утереть нос старшим товарищам. Здесь никаких пластиковых колес, а колеса от District 110 мм с алюминиевым кором. Никакой резьбовой компрессии, а надежная и легкая компрессия HIG. Удобный U-образный руль без усиления и неубиваемая дека с запаянным блантом и плоским дном. Родители маленьких сорвиголов, обратите внимание. Дальше будет самокат со средними габаритами для начинающего райдера. Dominator Sniper. В сравнении с моделью предыдущего поколения, изменений в габаритах или комплектации практически нет. Из видимых изменений могу отметить, что раньше на руле вот здесь были ребра жесткости. Сейчас же руль остался такой же U-образной формы, но без усилений. В принципе, на стальном руле они и не нужны. Высота руля 56 см и ширина 55 см, почти один к одному. Доска побольше, чем у трупера, 53 в длину и 11 см в ширину. С таким самокатом вы можете расти и развиваться. Высоты руля хватит на пару лет, если начать кататься при росте 140 см. А доска позволит поставить всю базу, от банча и до трака. И поверьте, эта доска сможет выдержать эти пару лет вашего развития. Здесь тот же запаянный блант, плоское дно и чашки под интегрированные подшипники. Если вам надоест HIG, то на эту доску без проблем станет комплект из КС. И третья модель в нашем обзоре – обновленная версия Airborne. В сравнении с моделью 2017 года скут сильно изменился. Кардинально изменилась форма руля. От U-образного руля не осталось и следа, а на его место стал руль по форме, очень напоминающий французский стрит. Размеры руля 59 на 56. Казалось бы, руль как руль, но у него есть бэк-свип около 3 градусов. Объясняю, почему это круто. Баник идет намного плавнее, чем на рулях без него. Именно из-за бэк-свипа руль тилт-центри был и остается настолько популярным. Доска также кардинально отличается от других моделей Dominator. Габариты 53 в длину и 12 в ширину. 5 дюймов, ребята. Обратите внимание. Плюс квадратные дропы с прорезиненными вставками.
можно слайдить и грандить бэспэк сзади. Если коротко, то эта доска очень напоминает доски District, только с другой трубой. По общим характеристикам. Самокаты представлены в цветах черно-белый, черно-оранжевый, черно-желтый, черно-розовый и черно-мятный. Все самокаты имеют компрессию HIG, легкая и надежная. Колеса у всей троицы сделаны из алюминия 110 мм и жесткостью 88 А. Да-да, даже у самого маленького трупера такие колеса. А еще это колеса от District, что не может не радовать. Все деки с запаянными блантами, очень живучие, и такие трюки, как Ноус или Смит, без пэх можно делать, не беспокоясь об этой части доски. У Снайпера и Airborne интегрированные подшипники в рулевой, и эти модели без проблем поддаются апгрейду до SKS. По итогу, трупер подает райдерам ростом от 110 до 130 см. Для очень маленьких, как вы можете заметить. Снайпер для среднего роста от 140 до 165, Airborne тоже от 140 до 165. Как и Completed District, они все очень легкие, 3,7, 3,8, 3,8 соответственно. Все модели в отличной комплектации, и по доступной цене вы получите крутой комплит от крутого бренда. И совершенно не важно, какой у вас уровень катания в данный момент. Доминатор закроет потребности любого райдера. Они все универсальны, за исключением Airborne. На нем можно без проблем начинать гриндить, где попало, благодаря доске в 5 дюймов в ширину и квадратным дропам. На этом, в общем-то, и все. Пишите в комментариях обзоры, на какие самокаты вы хотите увидеть на нашем канале. Заходите в наш Instagram и Facebook, там мы тоже публикуем много интересной и полезной информации. Подписывайтесь на канал, разгибайте большой палец вверх, звоните в колокол. Скоро увидимся. Всем пока!